Фабрика звезд отмечает 20-летний юбилей, и по такому случаю Яна Чурикова пригласила меня в свой проект «Фабрика с Яной Чу». В новом сезоне снимаются лайвы, живые выступления. Я собрал бенд из клавишных, гитары и перкуссии. Мы отрепетировали «Мир, который подарил тебя» и «Саша плюс Маша» с Робой Барсуком. Съемки заняли около 8 часов. Знакомое лицо какое-то я вижу здесь. В зеленых штанах. От знакомого лица слышу. С 12 дня мы провели саундчек и сняли 3 номера. Где девчоночка моя? После была небольшая пауза, и в 17 часов мы приступили к съемкам интервью. Остановили ход событий, где-то взгрустнули, где-то посмеялись. Кстати, над проектом работает большая и дружная команда. Ой, кто здесь? Сколько здесь? Только в студии было около 15 человек. Что ж, ждем выпуск. Там будет очень интересно.